Саженцы вереска обыкновенного рю, колуна вульгарис, декоративный кустарник, который вырастает до небольших размеров, 20 см в высоту и 40 см в ширину. Отлично растет на торфяных, хорошо увлажненных почвах, на обильно освещенных местах. Рей цветет в августе и сентябре нежными цветами розового цвета. Обширно используется в оформлении групповых посадок, а также в альпинариях или одиночных посадках. Устойчив к морозам, но требует укрытия торфом. Помимо этого, необходима регулярная обрезка, иначе кустарник потеряет свои декоративные свойства. Вереск обыкновенной реи – это травянистый высотой 15-20 см, диаметром 30-40 см. Цветет растение в месяц август-сентябрь. Окраска цветка розовая. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.